אז אני רוצה לחלוק כמה דברים שהיה לי בראש לאחרונה, כמה שבועות כבר. (אז המסרים שלנו בקהילה מתחלקים לכמה חלקים). זה הרבה מאוד תיאולוגיה. (אושם נוהג תיאולוגי) שזה חשוב, ולהבין דבר אדומה. אבל לפעמים גם פשוט אלוהים מדבר דרך כל מי שעומד פה Но также Бог говорит uh, через людей для того, чтобы просто передать свое слово. И в основном это слово ободряющее и приятное. Но иногда оно также и не очень приятное для слышания. И нам нужно и того, и другого. Потому что мы духовная семья, и очень важно быть духовно здоровой семьей. И как я уже сказала вам, сегодня у нас не будет изучения. Но это то, что находится у меня в голове немножко. И когда я буду произносить эти слова, знаете, что прежде всего я говорю для себя, и тот, кто услышит, я думаю, что тоже ему это принесет пользу. У нас есть, мы как община, у нас такая радуга различных верующих, и некоторые из них свежие верующие. А есть, которые являются динозаврами в вере. У и, э, слоганы, и у нас есть определенные основы и э, слоганы, которые мы произносим постоянно. Эти фразы мы произносим в молитвах, в поклонении и также часто в разговорах друг с другом. И два этих понятия, про которые я буду говорить сегодня, Первое это благословение второе это святость когда мы молимся и просим благословений или когда мы находимся в благословенном периоде нашей жизни لمашу, э, טוב, а благословение мы считаем что когда нам хорошо душевно или хорошо физически. Когда мы говорим, я человек, получивший благословение, это значит, может быть, я был болен, а сейчас я выздоровел, или улучшилось мое финансовое состояние, я смог создать хорошую семью. Или я получаю новые откровения духовные когда есть благословение это значит что в какой-то области есть улучшение и я могу его понять и äh, понять и принять когда мы получаем благословение это нам ясно Давайте мы прочитаем Второзаконие 28 с 1 по 6. Если ты, когда, если ты, когда перейдешь за Иордан, будешь слушать глаза Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, но Господь Бог поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать глаз Господа Бога твоего. Благословен ты в городе и благословен ты на поле. Благословен плод чрева твоего и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих. Благословены житницы твои, и кладовые твои. Благословен ты при входе твоем, благословен ты при выходе твоем. Поразит пред тобой Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя. Пошлет Господь тебе благословение в жизницах твоих и во всяком деле рук твоих. И благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Давайте мы этому месту Писания дадим толкование. Когда наша система отношений с Богом правильна, и мы пытаемся делать то, к чему Он нас призывает, он изливает на нас свои благословения. И все, благо, все, весь тот список, который мы прочитали, он соответствует тем благословениям, которые Бог дает, и они достаточно физические. <coughs> и мы про это уже говорили. Но как, ну что происходит, когда состояние становится другим? Кто в своих молитвах говорит, Господь, я благословляю тебя? Или я хочу благословить тебя? Поднимите руки. Кто вот так молится, Господь, Я хочу благословить тебя? Только три.

אבל בוא נקרא קצת בכתובים תהילים מאה ושתיים אחד חמש פסלום סטו דבה עדין בעברית זה כ"ג קג מאה ושלוש אחד וחמש לדוד ברכי נפשי את אדוני וכל קרביי את שם קודשו ברכי נפשי את אדוני ואל תשכחי כל גמוליו הסולח לכל אנוכי, הרופא לכל תחלוכי, הגואל משחת חייכי, חי, המאטרחי חסד ורחמים, המזביע בטוב עדיין תתחדש כנשר ונעורייך. Благослови душа моя Господа и вся внутренность моя святое имя Его. Благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все негудуки Твои, избавляет от макилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание Твое, обновляется подобно орлу юность Твоя. В первых стихах мы видим, говорится, «Благослови душа моя Господа». ואז הוא ממשיך וחוזר על הברכות שלו היא מעריף עליו. פתאום און אה פרדלז'אית אי פפטריה אתי בלגסלבניה קטורמי בו בלגסלביל יבוא. והוא מכריז משהו שלא ברור מה מה התהליך, מה קורה כשאתה אומר את המילה הזאת. אי גברית שטוטה שטו שטו את כביכול אתה מדבר על לברך את אדוני. סצ'לום איברודי בגברים אה שטו בלגסלבית בוגה Но в конце концов заканчивается тем, как Бог благословляет тебя. Как мы можем произвести изменения в Боге? То, то изменение, когда было неудобно, я сделал что-то и стало ему удобно. У него как будто была определенная боль. Alors, я сделал что-то. И uh, это состояние улучшилось. Это невозможно. Это слово uh, даже невозможно произнести. Uh, Неважно, что я буду делать, плохо или хорошо, на Бога это никак не влияет. Псалом uh, 103, с 1 по 9 стих: Благослови, душа моя Господа! Господи, Боже мой, Ты дивно велик, Ты обличен славой величию, Ты одеваешься светом, как ризы, простираешь небеса, как шатер, устрояешь над водами горни и чертоги Твои, делаешь облака Твои колесницы, шествуешь над крыльях ветра. Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими и огонь, пылающий. Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки. Бездную, как одеянием, покрыты ее, на горах стоят воды. От прещения твоего бегут они, от глаза грома твоего быстро уходят. Восходят на горы, не сходят в долины, на место, которое ты назначил для них. Ты положил предел, которого не перейдут, и не возвратятся покрыть землю. Здесь уже становится нам более ясно. И для того, чтобы просто еще утвердить то, о чем мы говорим, мы прочитаем Псалом 33, с 1 по 5. Псалом Давида, когда он притворился безумным перед Авимелехом и был изгнан от него и удалился. Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом буду хвалиться, будет хвалиться душа моя. Услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мной и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня. И от всех опасностей моих избавил меня». А здесь мы видим, что картина нам становится более ясной. דוד משתמש במילה הזאת אני רוצה לברך את אלוהים או ברכי נפשי את אדוניי דוד יספור זאתי כי סלבה יא בלגסבלו גוספדא אלא און גברית צפיית דושה בלגסבי דושמיה גוספדא ואז הוא מדבר ארוכות על הגדולה שלו ועל ההילה של אלוהים היא פתאום און גברית פרא ויליציה היא פרא מגושיסט ובוגה Он говорит про эту абсолютную истину, которая называется Богом, про, истину, которая называется Богом. А, про его uh, непревзойденное величие власть, которая есть у него над всей Вселенной, и насколько он превыше всего духовного и физического. И когда он принимает решение благословить Господа через Псалом 33, у него он проходил определенный вызов в своей жизни с Авимелехом. И когда он прошел эту, этот период своей жизни, он благословляет Бога. نفسи, он, 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 он говорит, благослови душа моя Господа, он как будто дает приказ своей душе, чтобы она благословляла Господа. И потом то, что выходит из его души, это поклонение и понимание того, кто есть Бог. И благословение, если мы начнем прославлять Бога, זה לשים את אלוהים במקום שלו. (אומר דברים בשפה הערבית) אלוהים לא משתנה מהמילה הזאת בצורה שהיא. (אומר דברים בשפה הערבית) כשאנחנו אומרים תברכי נפשי את ה' ומתחילים לדבר על ברכות לאלוהים שום דבר בעולם הרוחני לא משתנה, לא זז מילימטר. (אומר בערבית: ודוחו נמיר ניצבוני מיניאץ, נדביגה את מילימטר). הדבר היחיד שמתחיל להשתון זה אנחנו. (אומר את את אנחנו שמים את אלוהים במקום שלו, בחיים שלנו. מי של ז'יזני והוא מתחיל לפעול ביותר סמכות где он сможет действовать с большей властью. Мы, он сделал нас такими э, существами, что мы именно решаем, сколько места мы ему даем в нашей жизни, много или мало. И то благословение, которое мы провозглашаем для него, это та власть, полная власть над нашей жизнью.

בקניעה מוחלטת ולא רק כשאנחנו צריכים משהו אלא על בסיס חיים של בן אדם מאמין משיחי כך חילוים יותר מבורך так Бог становится в нашей жизни более благословен. Он занимает свое место на троне, принадлежащем ему. И мы перед ним становимся как ничто, потому что это и есть наше место. Можно мы сегодня будем это практиковать. Современный мир ставит человека в центр всего. Я, чтобы мне было хорошо, uh, уважение мне. Если мне что-то мешает, я от этого сразу же избавляюсь. Сегодня люди не э, терпят какой-то неловкости или неудобства по отношению к другим людям. Us... Нам написано быть светом этому миру и правильно относиться, хорошо относиться к тем людям, которые не такие как мы. <saben> Но когда нам неуютно в присутствии кого-то, мы пытаемся отделиться. המון, המון, המון У нас очень много вещей, которыми мы заняты. Мы все очень такие заняты. Мы все просто премьер-министры. А и в, этой вот, в этом списке наших суперважных дел, где-то непонятно на какой строчке находится Бог. И где-то тоже в какой-то из строчек записана община, потому что все равно мне в субботу утром нечем заняться. Мы заняты. الله, ла ла לא, 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 а לא, благословить Бога, спуститься на колени, не, это не для нас. Мы очень современные верующие. 2, 1, 11, 12. Псалом 2, 11-12. Служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блажены все уповающие на него. Кто мод Писание это очень интересная вещь. Они написаны только для того, кто их читает. Кто читает Писание? Люди, которые верят более или менее. Эти стихи не были написаны для того, кто вообще не интересуется Богом. Но דרכם, דרכם, это верующие люди для верующих людей было написано которые вере в начале своего пути или в продолжении и вдует служите господу со страхом يرأى, со страхом uh, страх на иврите это самая самая вышечайшая степень почтения ты, это почтение, когда ты боишься разочаровать Бога. И ты должен понимать, что ты делаешь. В 12 стихе, например, на русском языке написано Почтите. «Почтите». На русском написано «Почтите сына», а на иврите написано «Поцелуйте сына». Bahar, uh, каждый может себе представить, как он бы поцеловал Божьего Сына, Господа Ишуа. Когда мы встречаемся с друзьями, мы, мы так приобнимаемся, можем поцеловаться в щеку. Как такие друзья, товарищи. Okay. Это не тот случай. Это не случай, когда это ваши друзья. В 12 написано, что нужно прийти, вернее, в 11 стихе нужно служиться страхом и радоваться с трепетом. А потом написано «Поцелуйте сына». Когда мы видим какие-то исторические фильмы про царей, когда люди приходили на встречу с царем, а царь сидел на своем троне. Они без того, чтобы посметь посмотреть на него, <существует> на коленях подползали к его трону. И они пытались поцеловать его руку в лучшем случае. А в основном это была нога или даже кусочек подол его одежды. Я думаю, что когда говорится поцелуйте сына, это имеется в виду именно такой вид поцелуя. Мы не кинты с Иешуа. הוא קרא לנו ידידים שלו. (מי נזבנו דרוזיאמי) משפחה שלו. (מי נזבנו סימיואי) אבל המעמד שלנו זה שמיים וארץ. (מי נזבנו את הדבר הזה בראש) כשאנחנו נבין את הדבר הזה בראש. (מי נזבנו את הדבר הזה בראש) החיים שלנו השתנו. נא שזבנו את זה Когда мы поймем, что значит благословлять Бога. Наш стандарт сегодня изменился, а стал коррумпированным. Стерся. Стерся. Потому что мир на нас давит очень сильно. Или мы становимся более сильными, когда мир на нас давит. Или мы настолько стираемся, что мы уже не понимаем, что произносят наши уста. Когда Бог говорит, будьте святы, потому что я свят, мы говорим, ну хорошо. Что я разве плохой человек, не святой? Что я что-то плохое делаю, что я убиваю или краду? Или я к проституткам хожу? Не, у меня хорошая семья, все нормально у меня. Все нормально. В такой жизни, в которой я живу, мне место в раю обеспечено однозначно. Послание к Евреям, 12 глава, 14 стих. Шалом им адам, הקדושа, ищ, это Адон». Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. И тут написано опять-таки на русском старайтесь, а на иврите написано... Э Бегайте, бегайте за этой святостью. Бегать за чем-то ⁇ это действие с желанием измениться и да достигнуть. И написано, что без святости никто не увидит Господа. Каждый спросит себя, являюсь ли я святым человеком. Я думаю, что мы все, по крайней мере, перед собой можем быть честными, и мы можем сказать, что нет. Пытаюсь ли я достигнуть святости? Здесь тот, кто действительно пытается, можно сказать «да». Или сказать «я так устал, что у меня просто нет сил на это» написано, что если мы будем достигать, пытаться достигнуть святости, тогда мы увидим Господа. Каждый, кто даже умер, увидит Господа. Неважно, хороший он или он плохой. Есть, будет день суда. נורמלי, Но если мы будем э, гнаться за святостью в нашем нормальном состоянии, мы увидим Господа в наши земные дни жизни. Когда мы встретимся с Господом в нашей жизни, наша жизнь уже не останется прежней. Написано, к свободе вы призваны. Но чтобы эта свобода не стала э, причиной служить плоти, эта свобода должна э, дать нам возможность служить нам для того, чтобы достигнуть святости и увидеть Господа. А теперь немножко практик практики и немножко примеров. Если мы хотим благословить Господа так, как мы провозглашаем в наших молитвах, а тогда нам нужно иметь глубокое понимание того, что мы не на первом месте в нашей жизни стоим. Но есть кто-то с намного более высокой властью. И он хозяин положения. И он у меня дома хозяин. И он у меня вообще не хозяин. И в моей работе. И во всем, что я делаю, он тоже хозяин. И даже когда я ничего не делаю, даже когда я безработный, <и> он... <coughs> начальник в моей э, отдела э, <существ> по работообеспечению. Когда я думаю об этом, <существует> и, и все состояния, которые у нас есть в общине. я сейчас буду говорить про общину, <существует> и простите меня заранее все, если кто-то может обидеться. Когда мы сидим на таблетках против депрессии, блесок, когда мы ссоримся с нашими мужем или женой э, постоянно, и когда наши дети настолько э, запущены и предоставлены сами себе, что мы уже не имеем над ними никакой власти, никакой власти и когда мы не видим никакого направления в нашей жизни, каняре, скорее всего, я только предполагаю, то Бог в нашей жизни не на первом месте. Когда человек, я сейчас говорю так в общем, находится в постоянной, неприходящей депрессии, я не... я не говорю про состояние, которое случается с каждым из нас, когда мы расстроены и нам кажется, что мы впали в депрессию. Я говорю про диагноз. Есть такой диагноз ⁇ депрессия ⁇ то тогда человек этот находится настолько на первом, втором и третьем месте в своей жизни, что он занимается только своим состоянием там даже нет никакого отверстия для того чтобы бог туда мог хоть как-то проникнуть потому что это очень сильное плохое негативное духовное состояние когда человек только думает про себя про свое прошлое настоящее будущее я не

а если станет опять немножко хуже, то все, я умираю. То тогда этот человек сидит на троне, который принадлежит Богу. С детьми то же самое. Я настолько сейчас открыто говорю, я говорю это про себя. Я считаю, что я человек занятый. И у меня иногда, к сожалению, нет времени на детей uh, в моей занятой жизни. Но Бог говорит мне, ты своими детьми должен заниматься каждый день, весь день. Это то, что написано в Слове. Нет такого дня, не должно быть такого дня, когда ты не молишься что тогда стоят все твои дела если ты не можешь благословить Бога и дать Ему достойное место в своей жизни нет тогда места для святости исход 19.5.6 Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым. Все слова, которые ты скажешь, вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Когда народ или человек, это уже не важно. באמת חיים על פי מה שכתוב שחור על גבי לבן, אני לא מדבר עכשיו על פירושים. (אומר בערבית ומתרגם:) אלוהים מפריד בין כל השאר ועושה אותנו יוניק מיוחדים. בכתובים קוראים לזה קדש В э, списаниях есть для этого слово «осветить» или «отделить». Святыня. Когда берут что-то от обычного, или берут какую-то часть, и говорят, это святыня Господу, мы это принесем Богу. Это то, что Бог хочет сделать с каждым из нас и с нашим народом, но мы все еще проходим этот брошенный нам вызов. Но также есть принцип писания относительно отделения. Так как Бог отделяет овец от козлов, он также отделяет овец от овец. Мы не будем говорить про, про это сейчас, это будет пробовать на следующий раз. 1 Петра 13. Посему, возлюбленные припаясов через славу вашего, бодства совершенно, бывайте подаваемую вам благодать в явлении Ишуа Машиаха как послушные дети, не сообразуйтесь с прежним, <coughs> с прежними похотями, бывшими в неведении вашим. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. И если вы называете отца того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования ваших. Это то, что мы прочитали до сих пор. Написано будьте припоясаны. Когда мы припоясаны, я встаю утром, сам носаим, одеваю свои брюки, сам хагура, потом э, по, э, ремень, и я готов для того, чтобы начать свой день. בעבר, חגורה, נשק, uh, в прошлом люди в свой ремень или пояс также вставляли оружие или меч. Elemira, uh, Бог говорит, будьте готовы к действию. Маленькое действие или большое. Будьте готовы, чтобы ваш поезд был на вас. Будьте готовы делать какие-то вещи в вашей жизни. Оставьте прошлое, оно не имеет значения. Я сейчас вам просто читаю, что написано. И будьте святы, это повеление. У нас вообще не есть такое э, правило. А Люди прочитали. И поставили куда-то на полочку. Кто вообще об этом вспоминает? И когда мы, служители общины, говорим, пожалуйста, не ешьте свинину, соблюдайте кашрут. Мы очень-очень прям рекомендуем по субботам не работать. И тогда люди решают прислушаться к этому или нет. В принципе, что мы можем с этим сделать? А здесь есть э, повеление. Будьте святы. Когда вам говорят как повеление, это не выбор. Может быть да или нет. Потому что может да, может нет, потом имеет последствия, с которыми вам придется столкнуться.

Представьте тела ваших в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Об этом написано в Новом Завете. Говорю для тех, которые уже в своей голове сказали, что Ветхий Завет отменен, и ничего не стоит. У Бога есть ожидание получить от нас жертвы. У нас сейчас нет храма и жертвенника, на котором мы приносим в жертву aber, коров и овец. Мы לו, мезбек, вещей, важны, Но мы на жертвенник ставим те вещи, которые действительно нам важны и дороги. Иногда это десятина или пожертвования или другие вещи. Но Машаб. Uh, Но... Но есть ресурс, который в нашей жизни является самым дорогим. И очень сложно отдать этот ресурс Богу, иногда нам намного легче 200 шекелей положить, потому что этот ресурс ⁇ это время. И он, а Бог требует именно эту жертву. Когда написано, предоставьте ваши тела в жертву Богу. Это значит, делайте вещи, которые не всегда вам удобны. Во-первых, унести себя. И начинайте отдавать ваше время. Время для служения. Время для отношений с Богом. Терпеть, когда сложно. Потому что именно это означает быть жертвой. А когда на жертвенник, на которую положили жертву, еще и подкладывают огонь, и uh, начинает гореть эта жертва. На uh, библейском языке это называется приятное благоухание Богу. Но для того, чтобы это приятное благоухание действительно было, жертва должна возлечь на uh, жертвенник и ее нужно сжечь.

Тогда я начинаю свой день одним образом. А если я валяюсь на троне, который принадлежит Господу, тогда я начинаю свой день по-другому. Это влияет на меня. Это мгновенно влияет на моих детей и всех, кто видит меня на моем жизненном пути. Все начинается в моей голове, когда мы говорим доброе утро. דוגמה קטנה לגבי שבת אצלנו בקהילת שבי ציון בלבד, לא מעניין אותי מהחבר'ה. (אומר בערבית: פרו שבת בנה של שבי ציון). (אומר בערבית: ישעיה, 58, 13, 14). אם תשיב משאב את רגלך עושות חפציך ביום קודשי וקראת לשבת הקרונג לקדוש... Если ты удержишь ногу твою ради субботы, от исполнения прихоти твоих в святой день мой, и будешь называть субботу от святым день Господним, чествуем и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными делами твоими угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего уста Господне, изрекли это. Это только маленький пример. И соблюдение субботы вы можете истолковать, как вам хочется. Основных, габель, Но здесь написано черным по белому, несколько принципов, и никуда от этого не деться. Если ты будешь делать этот день особенным, так как Господь считает его особенным, وאתה, ли, Шаббат, и ты будешь называть субботу, э, тут написано удовольствием, и не будешь заниматься обычными своими делами, которыми ты занимаешься каждый день. Тут не написано, пойдешь ты в рай или в ад. Написано, что я благословлю тебя. ואני, מה כתוב? ארכבתיך על במותי ארץ ואכלתיך נחלת יעקב. ברכות עצומות. נפיסה נתיבו שמיתי רדף וגוספדי. יבזבדו אותי בנבסותי זמלי דם וכוסיתי בנסלדי יעקב. ואת הנבירה ידני בלגוסלוויניה. בוא עכשיו נפשט את זה עוד יותר. דבעת ימינים נושקא אישו יסתלקו עם איתה. אם אנחנו רוצים ברכה במשפחה שלנו. יש לי מלכתים בלגוסלוויניה דלנשי סימי. ואנחנו מתפילים מילואים תברך אותי אני לא מצליח להתמודד עם הילדים שלי אבל מהבוקר עד הערב ביום שבת כדי שהילדים שלי לא יציקו לי אני דוחף להם טלפון ליד נו יס נו סוטרדה ויצ'ר אף סובוטני די לדבושב מאי דתי מיניה דסטבלי יא אם נפלניאו עם סמר זדיו פגאדג' איתו כדי שאני אנוח לדבושב יאוות דחנול וזה במצב טוב שהבאתי את הגופה שלי לקהילה יש לי חבר'ה מי שמגיע פה מדי פעם

экономических, или ребенок что-то сделал, то тогда эта семья будет здесь в общении воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. Они будут просить и требовать поддержки, помощи. Мы же э, члены общины, вы нам обязаны. И они правы. Потому что когда мы сделали членство общины, мы сказали, что ответственность она двухсторонняя. Мы вместе, и мы семья. Но здесь есть нашим, но есть здесь люди, которые приходят сюда как на кружок. Только когда ну, вообще прям уже заняться нечем в субботу, тогда они делают огромное одолжение и приходят сюда. Что можем сделать? Коррега, Пока ничего. Но это факт. שאו, кабула, uh, есть uh, семьи, которые приходит на постоянной основе каждые две недели. Тогда что будет в вашей семье, как вам, как вам кажется? Нет uh, требования каждый, каждый шаббат быть в общении. Это uh, требования требование описаний. Дети смотрят. И когда uh, ты видишь, что кого-то нет, ты звонишь и спрашиваешь, как ты себя чувствуешь. И говоришь, ой, я так устал за эту неделю. Ain't байя, ain't байя. Нет проблем, все, все устают. Если я спрошу этого человека, а как ты отдохнул, какой источник твоего отдыха, я долго спал, потом включил себе фильм, а потом, когда я отдохнул, вот всю неделю не убирался, так пришлось дома убраться в субботу. Я могу вам сказать, что это факты сообщения Шавейцион. Это ужасно. Но община от этого не страдает. А тот, кто страдает от этого, это тот человек, та семья и дети в этой семье. Когда я сегодня зашел в дверь общины, где-то это было без пяти одиннадцать, сидели дети на полу, ושיחקו, אין לי מושג, בטלפון, שיחקו משחקים. (אומר בערבית: האם כתוב בכתובים לא לשחק משחקים ביום שבת? (אומר בערבית: לא כתוב.) לא כתוב אומר בערבית: האם כתוב אל תעשה את מה שאתה עושה בדרך כלל ביום-יום? כן, כתוב כן, כתוב כן, כתוב Неважно, важно, чем занимались там дети. Я не могу на них повлиять, только родители их могут повлиять. Но мне да, важно, что мой ребенок бегал там от одного к другому, потому что мой ребенок в телефон в шаббат не получает. И я тогда забрал своего ребенка, а другие продолжали играть, что делать с ним. А что ужасно, так это говорят вообще не об этом раз за разом. Неужели вам настолько плевать на ваших детей? Я действительно говорю вам, эти мысли не покидали меня на протяжении двух недель. Когда Бог говорит, вы должны быть священниками в, нашем, в вашем доме, а здесь есть отцы, которые делают великое одолжение, привозят свою семью сюда в субботу и потом уезжают отдыхать. Как вы считаете, что будет в вашей семье? Что вы думаете будет? Что-то хорошее из этого будет? Может быть вам случайно повезет. Или Бог изольет огромную милость и из этой ямы вытащит ваших детей. А община Шавей от этого не пострадает. У нас есть два с половиной часа в неделю как можно больше посеять семя во-первых, в себя самого, кהילה, в членов общины, ילדים, uh, полчаса на детский урок, נוער, uh, полтора часа для подростков, וזהו. и все. וזהו. И все. И надеется, что когда-то Бог это семя э, польет водой. И из него что-то доброе вырастет. Это мысли, которыми я делюсь с вами, которые две недели не давали мне покоя. Во-первых, я говорю себе всегда. И я могу сказать, положа руку на сердце, я очень пытаюсь. <говорить> Иногда я не преуспеваю. <говорить> а те, которые делают ноль попыток.

Я хочу подвести итог. Когда мы просим благословения, все нам очень понятно. Но если мы хотим, чтобы Бог занял место в нашей жизни, это серьезно. Тогда мы можем потихоньку из своих уст извлечь такие слова, Господь, я хочу благословить Тебя. И я сегодня думаю, что мы, может быть, немножко больше поняли, что это значит. Но если у меня нет такого намерения, и на моя жизнь мне удобно и меня устраивает, тогда лучше даже не пытаться использовать эту фразу «Бог, я хочу благословить тебя». <соединяюсь> Потому что эта фраза обратится вам не так, как вы ожидали. Для всех <соединяюсь> я говорю это, во-первых, себе. Надеюсь, что мы сегодня чему-то научились сегодня. Я знаю, что это проповедь не для всех, потому что не для большинства, потому что большинство у них все в порядке. Это было для меня и еще для двух-трех. я хочу помолиться, и я да, помолюсь на коленях. Практики, Потому что мы должны всю теорию э, обратить в практику перед нашим Господом. Тот, кто, -то, кто, -то кто -то. чувствует, что Он готов э, присоединиться, присоединяйтесь, кто нет, то нет. Мы благодарим Тебя, дорогой Господь, за этот день. Мы поклоняемся Тебе и смиряемся перед Тобой. Помилуй нас, Господь, помилуй нас, Отец наш Небесный, потому что мы постоянно грешим перед Тобой, но мы хотим прекратить это делать. Я хочу, Господь, научиться благословлять Тебя и видеть, как Ты превознесен в моей жизни. Я хочу поклоняться тебе и быть достойным, чтобы поклоняться тебе. Дать тебе то почтение и славу, которую ты заслуживаешь. Без всякой связи, что происходит в моей жизни сейчас. Ты знаешь, что в моей жизни, и ты знаешь мое будущее.

мы можем измениться уже сейчас. Мы благодарим Тебя за те возможности, которые Ты даешь нам. И за наши физические способности, что у нас хорошее здоровье. И мы можем делать вещи. Забери uh, от нас этот uh, дух лени. ואנחנו באמת מבקשים תשפוח את רוח קודשך במצב מלא על הקהילה שלנו Твой Святой Дух на нас и на нашу общину. И если ты поставил нас светом в этом городе, помоги нам светить твоим светом. И действительно покаяться от всего сердца при тобой. Мы благодарим тебя за то, что ты так волнуешься за нас, что ты говоришь с нами. Мы благодарим тебя, драгоценный Господь мы прославляем Тебя. И мы действительно благословляем Тебя. Пожалуйста, сядь трон в нашей жизни. Мы ничто пред Тобой. Мы без Твоего Духа прах и пепел. Но с Твоим Духом, Господь, мы сможем достигнуть всего. תודה לך אדון. תודה לך על המקום הזה. על היום הזה. כל אלה המתנות שלך. נכנעים לפניך אדון. בשם יהושע משה. אמן.